Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Недавно мы с вами побывали на производстве закрытого акционерного общества «Струнные технологии», где завершается оснащение производства самым современным оборудованием. Итак, кому интересно посмотреть, что же там происходит, следуйте за мной. На производстве закрытого акционерного общества «Струнные технологии» появился дистогибочный пресс с ЧПУ, усилием 1000 кН и рабочей шириной 3 метра, позволяющий обрабатывать металл толщиной до 6 мм. Оборудование оснащено набором быстросъемных пуансонов и матриц, позволяющим настраивать длину гибки от 15 до 3000 мм. Все рабочие параметры как-то – плечо, угол, прилагаемые усилия, а также количество деталей и так далее – задаются компьютером. Оператор лишь вводит данные, настраивает и контролирует качество работы оборудования. Новый станок будет использоваться совместно с установкой для лазерной резки, уже знакомой вам по нашим прошлым репортажам. Изготавливаемые детали будут раскраиваться на лазерной установке, затем поступать на пресс и далее отправляться на сварочный либо сборочный участок согласно технической документации. Знакомый вам по прошлым репортажам инженер-технолог Юрий Сидоренко, рассказывавший об установке американского пятиосевого фрезерного станка «ХААС», поведал о тех изменениях, которые произошли на его участке за прошедшее время. На данный момент мы тестируем пятиосевую обработку. Компания «Абомет» нам предоставила программу. Сейчас она закачана, и мы смотрим, как станок работает в пятиосевом режиме. А что за обновка у вас? Теперь расскажите за нашей спиной. Стоит, точнее, монтирует станок чешская фирма «Брау». Вот, это модельный станок. У него очень большой стол, 4 метра и... Ширина 2,7 метра, высота метр, 12 инструментов, 18 тысяч оборотов у него шпинделя. Такой большой очень станок, предназначен для обработки твердых материалов дерева, потом МДФ, и можно композитные материалы тоже обрабатывать. То есть будут изготавливаться какие-то элементы, говоря о тех материалах, которые вы назвали, кузова, как я понимаю, кузовов подвижного состава SkyWay. Все обтекающие элементы наших машин будут делаться у нас. На данный момент все это размещается по кооперации, поэтому было принято решение купить свое оборудование и все эти детали изготавливать у себя. Что такое станок, понятно. А что это за приспособление, похожее на кофейный аппарат? Это стойка станка Хайден 530, поддерживает 5 осей, а лучшая в мире. Примерно через месяц мы планируем снова сюда приехать для того, чтобы показать вам, как все это оборудование уже эксплуатируется, что на нем производится. Короче говоря, как все это работает. Пока же призываю вас подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Короче, поддерживайте наш проект и вашей жизни. Все будет только самое лучшее. Строй SkyWay! Спасай планету!